Почти достопримечательность о синем домике среди многоэтажек несколько лет назад узнала вся Россия. Сначала из выпусков новостей, а потом из сериала. Хотя история началась раньше, в 2009 году. Именно тогда застройщик впервые сделал предложение собственнику о выкупе земельного участка и постройке на нем. Но договориться не удалось. Переговоры шли долго и увенчались успехом только в этом году. Принципиальные владельцы почти достопримечательности получили желаемое. Земельный участок и новый дом. 20 сентября в этой истории была поставлена точка. Синий домик снесли. И теперь местные жители надеются, что их двор станет уютнее. Хочется здесь видеть детскую площадку, либо парковочные места, чтобы добавили. Детских площадок, мне кажется, и так достаточно. Лучше уже тогда спорткомплекс небольшой хотя бы. Очень много где сейчас строятся хорошие уличные спорткомплексы. Большая детская площадка, а не там, которая маленькая. А то она очень маленькая, там негде побегать. То есть побегать, попрыгать, да? Да. И чтоб там повисеть, подтягиваться, а не просто на кольцах висеть. Были удовлетворены требования всех поколений. Дети, пожилые люди, подростки, молодежь, ну и так далее.